Так, заедем в парк, посмотрим, что там делают. Вроде как там ремонт идет. О, гравия понасыпали. Бордюры поубирали. А тут вон что. Такая детская площадка была. О. Тут наклеится вот такая мягкая. Да, классно будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Классная площадка будет. Вообще. А вот это вот что такое? Это с битумом, да? Не, крошка резиновая. С клеем. И красный. Классно. Вот если бы побольше бы сделали, вот, вообще бы классно было. А тут три площадки рядом. Они все будут так? Ну классно, вот тут, короче, блин, все будет изменено. Ага, я вот там тоже видел, проезжал там, построили такую. Фу. Молодцы. А? Да. Далеко ездишь. Ну, стараюсь. Нынче не так получается, но у меня просто. В феврале я криз получил, блин, у меня, короче, блин, сейчас головой не очень. Давление постоянно скачет. А так-то я, блин, постоянно катался на дальники. Вот, вот недавно ездил на Стекольный, но там, блин, мало, короче. Для меня это раньше не расстояние было. Ну а сейчас чувствуется. А он это просто клей жидкий, да? Он не горячий, ничего, вот просто. Ага. Ну сутки сохнет. Классно, ну поеду дальше посниму. Поснимаю. А это вот это вот клей, да, у вас в бочках? О, сразу смотрите, сколько клея будет. Вон. Площадки строят. Блин, вообще классно. Так что и до нас дошел. Дошло строительство. Что с ним? Вот одну площадку еще делают. Тут что-то собрали делать. Вот эту палку строить. Вот около дома тоже такую же штуку строят.
классно. Короче, это резиновая штука, ее красят и засыпают. Я так понял. Только везде строители полно. Тут все будет убрано. Девчонки гуляют. Привет, девчонки. Вот так вот тут у нас будет классно. Это парк. Ну там еще вот дом достраивают. Там все вокруг облагораживает. Ага, прикольно. Вот. Медовая коробка. Хоккейная коробка. Что, техники нету, да? Они вручную рассыпают. Как раньше говорили, два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Блин, красота, аж сердце радуется. Когда видишь строительство, ремонты, идут во всех. Ну, сейчас им побыстрее надо уличные работы закончить. И тут ремонт идет.
Смотрим теперь тут. Я вижу. Я поснимай. Ремонтируют.